Анастасия Шитикова стала чемпионкой на первенстве Европы по самбо. Соревнования, прошедшие в Хорватии, собрали почти 200 самбистов из 17 стран. Воспитанница алданского филиала Республиканской спортивной школы Олимпийского резерва в Покровске Анастасия Шитикова в весовой категории до 65 килограммов одолела своих соперниц из Болгарии, Белоруссии и Сербии. 16-летняя якутянка занимается самбо и дзюдо 8-й год. За ее плечами уже имеются победы на первенстве России и призовые места на спартакиаде учащихся и международных игр «Дети Азии». Я боролась в третий день, 3 декабря, и боролась я сначала с девочкой из Болгарии, Белоруссии, а в финале с Сербией. Конечно, мне было тяжеловато, если честно, бороться с одной рукой. У меня просто одна рука больная была. И мне ее только вот в финале затопировали, и я уже более-менее стала бороться.